Жизнь в новой тональности. Свердловская филармония расширяется и готовится к открытию нового корпуса. Строительство дополнительных помещений для артистов и инструментов было жизненно необходимо. Места в здании катастрофически не хватало. Теперь же для одних только скрипок, контрабасов и виолончели отведут целый этаж. Весь этаж – это база. Потому что здесь будут склады для музыкальных инструментов, вот особо ценных, духовых вот за этой стенкой, там струнных инструментов. А это вот помещение, которое будет для всех выездных концертов. Это отнюдь не напрасная трата площадей, уверяют филармонии. Профессиональные инструменты очень капризны и очень дороги. Для них создадут все условия. Музыкальных, артистических будет поддерживаться определенная температура и влажность. Появится здесь и собственная мастерская для ремонта арф, роялей, фортепиано. Весь второй этаж отведен для людей. К их больше радости. Ведь пока артисты живут в тесноте, количество сотрудников вдвое превышает норматив, на который рассчитано здание. После расширения своя репетиционная база появится у молодежного оркестра и симфонического хора. Новоселье филармония планирует отметить в начале следующего сезона, в сентябре. Это существенно улучшает условия одной из лучших филармоний России. И вот эта стройка, она в каком-то смысле вот обеспечивает фундамент для следующего этапа развития филармонии, который, я не сомневаюсь, что он наступит.